зашел. Просто ехали, все. Документы. Бремнями пристегивался. Покажи видео, подожди. Так, за что? Покажи видео. Видео покажи, там где он. Зачем? В смысле? Как зачем? В смысле? Ну вы меня остановили. Причина остановки неизвестна. Просто вы сказали, проверка документов, ваше посвящение и все. Проверка документов никто не говорил. Не пристегнутый ремень. Покажи видео. Вы мне ничего не сказали. Вот ребенок сидит не в кресле, посмотрите. Пиши штраф. Зачем? Нет. В смысле зачем? За это есть ответственность. Ну конечно. Ты прикалываешься или что? Что так сказать? Сынок, прикалывайся. Ты прикалываешься или что? Я не прикалываюсь. Так а зачем ты его остановил? Так посмотрите, вы снимите. Что посмотрите? Нет, вы этого не видели. Вы просто... Я был пристегнут. Ты хочешь сказать, сколько ребенку лет? Ты можешь определить? Да ну я откуда знаю, сколько. Ну так а что ты тогда начинаешь? В смысле? Что я начинаю? Ну я тебе в прямом смысле говорю. Коль, не заводись. В смысле не заводись? Прямо. Нахер ты его остановил? Что ты ругаешься? Ну потому что мне так захотелось. Ну не заводись. Ну мне так захотелось. Идиоты, он говорит, понимаешь? Вы просто идиоты. Он говорит, вы просто идиоты. Ну, примени что-нибудь к нему. А зачем меня остановить? Кто идиот? Я передал, что ты идиот. Ну, я тебе передал. Кто? Это я сказал. Идиот? А? Кто идиот? В смысле, короче? Мне некогда, я пойду. В смысле, короче, не понял. Короче, что ты на него напал? Да что я напал? Ну что значит идиот? Ну я это сказал. Кому? Тебе я это сказал. Я тебе это сказал. Что ты понял? Что ты понял? Что? Посвечено. Это ж Богу посвечено. И все. Только танцуй, ты сам провоцируешь. Ну ты провоцируешь, что ты еще раз говорю, без бы, нормально разговариваешь. Да ну не могу я нормально. Почему? Говорить. Ну потому что вот такое уважение за заслужил. В смысле такое уважение? Без смысла. Ну едет мужчина, ну покажи ты сам видео, что я вижу. Какое видео? Вон ну так а где ты видишь, маленький, что он не пристегнутый? Покажи обратную связь. Кому? Да мне хотя бы. Тебе зачем? Но я хочу, чтобы ты опровергнул свои слова. Какие? Которые ты говоришь, да что ты он сам притёк. Вот посмотрел, что ребенок не сидит и маленький. Ты ПДД и читал? Читал, конечно. Ты определил, сколько ему лет, какой конечно. Год, высота какая? Конечно. Конечно. Вот, ну, еще раз говорю. Да. Покажешь мне ее на показываю, камеру? Показываю, да. Я говорю, ты мне ее покажешь на камеру? Я говорю, покажешь мне на камеру? Я говорю, посвечено. На камеру? Ну, я говорю, понимаешь. Покажешь мне на камеру. Понял? Я ничего не понимаю. Команды не надо. Я говорю, я буду тебе раздавать. Не надо я буду раздавать. Никому. Нет. Я говорю, да. Нет. А я говорю, нет. Да. А я нет. Говорю, да. Нет. Ты отказываешься? На камеру? Я говорю, да, ты отказываюсь. Я говорю, да, я знаком. Ознакомлюсь? Да, я знаком. На камеру нет. Еще раз. А чего мы общаемся на повышенных тонах? Да, я ознакомлюсь. Давайте свои... покажем удостоверение. На камеру? Давайте нет. Покажем. Я говорю, да. Нет. Я говорю, да. Нет. Ну вот посмотрим. Ну я ж видел уже в Инстаграм. Что что ты видел? Ты ну что ты там видел? Что ты там видел? Вот скажи ну, не мне. Ну бэка. Ну так примени что-нибудь. Ну не бэка. Ну примени что-нибудь. Ну зачем ты, я не пойму. Ну так примени что-нибудь. Вы что, такая герой форма. Кому? Понимаешь? Кому применять? Да ко мне хотя бы. Зачем ты ссоришься, я не пойму? Да потому что ты так начал. Как я начал? Ну так, уже ну начал. Как? Уже начал приводить или о том, что, блядь, мы его остановили за ремень. Да, и за это ремень, ответственность, да, конечно, ты это понимаешь? Да, да. Ты бог? Нет. Так а что ты его тогда я судьбу решил? Да что я решаю ну, судьбу? Ну кто? Я говорю по свечу. Так я показываю. Ну будешь ознакомиться? Слышь, так себе будешь, блядь, дома показывать. Не надо меня руками. Здорово, не видишь. Да я тут нормально сочу. Нормально? Да, я нормально сочу. По свечу. Без лишних предметов до полного ознакомления. Пожалуйста. А потом ты рассказываешь о том, что почему вы так разговариваете. Ты уже начинаешь вот эту панаму лепить. Какую панаму? Я говорю, вот так вот держи и все, да. Как другие держат. Держу. Давай. На камеру нет. Да. Да. Я говорю, покажешь. Я говорю, нет. Посмотришь. Посмотрим. Ну посмотрим. Да. Ну посмотрим. На камеру нет. Ну посмотрим. Ну давай. Ты отказываешься? На камеру, да. Ты отказываешься выполнить закон о полиции 18 статью пункт 3? Нет, не отказываюсь, нет. Ну так давай, чтобы я мог ознакомиться удобным для себя способом. Как я это буду делать? Это уже мои проблемы. Ознакомлюсь.
И потом ты хочешь, чтобы водители тебе показывали какие-то документы свои. Ознакомиться. Конечно, давай, вот так держи, я читаю. Я очень медленно читаю. Да? Я в школе просто не учился. Ну тут уже трудности не мои. Я говорю, ты будешь представляться? Да. Представляйся. Пожалуйста. Да не разговаривай так, в смысле? Так примени что-нибудь. Не разговаривай так. Так примени что-нибудь. Слышь, кого вы тут ловите? Кого? Где? Вот на вот этом отрезке дороги, вот кого вы тут можете ловить? За что можете тут остановить? За свет? Нет, за ремень? Нет. А за что? Что за свет? Кто за свет остановит? А за что ты остановил человека? За ремень? Я сказал. За это есть ответственность в Купапе. Я здесь видел книгу Купапе? Так вот там есть ответственность, если ты не пристегнутый, там 850 гривен. Знаешь об этом? Нет, 850 не знаю. А, ты, наверное, ИПДД получается. Нет, там 510. А сколько там? 510. 510? Ну пусть будет 510. Не, ну как пусть будет? Ну пусть за ремень будет 510. Не, ну за ремень есть 510. А 850 нет. Ну все, хорошо. А что ты там 510 не выписал? Зачем? Или ты по 22-й, по малозначности? Зачем? А зачем ты его остановил? Предупреждение, нельзя видеть. Предупреждение пишется в письменном виде, согласно 247 части 1. Что? Что нет? Да я себя здесь комфортно чувствую. Ты будешь показывать посвечение? Да. Ваше можно посвечение? Да. Как я в этом могу? Куцин Сергей Сергеевич. И ваш. Ну да вот тебе один пример. Да нет, ну уже показывать. Ну, сам начинаешь шуметь и все остальное. Певный Дмитро Витальевич, это второй. Мы подошли просто сразу так, ну, грубо. Чтоб ты понимал, он вот так ко мне подошел. На самом деле, он же... Понял? Он вот так вот стоял возле меня. На коза человека, вот он едет с ребенком, но пускай лучше на эти деньги ребенку купят конфет там или еще чего-то. Ну, вот он написал на 510 гривен. Смотри, я тебе объясняю. Мы если говорим о законности, мы говорим о законности. Да, он сделал замечание. Ты, говорю, я у него спросил, ты бог судьбы? Он говорит, нет. Ну как при чем тут Бог? Он инспектор, который выполняется. Еще раз объясняю, когда нужно, вы рассказываете о том, что за это правонарушение нельзя по малозначности. Это первый момент. Ну, зачем, а когда не нужно, подожди, когда ты будешь другую форму носить. Это и рассказывает. Я конечно, кто-то где-то рассказывает. Всех под одну планку тоже не нужно. Все под одной планкой. Ну так. Все. Посвечи. Я сейчас говорю, я ушу. Бойченко Олександр, я медленно читаю. Да, я вижу. Бойченко Олександр Анатольевич, инспектор ВР патрульной полиции, действие до 25-го. Не надо мне руками. Ну уйди с проезжей части. Уйди с проезжей части. 21-го, так, жетон. Соответственно. Видишь, а ты делаешь провокацию. Ты что делаешь провокацию? Ну так и все, я тебе сказал. Я тебе сказал, даже если ты мне не показал бы, не показал бы, в следующий раз бы ты мне его в любом бы случае показал. Да нет, что я делаю не провокацию? Я тебе еще раз объясняю. Уйди, дорогой, пожалуйста. Не трогай меня руками. Я тебя не трогаю, я тебя не надо меня трогать руками. Уйди с тобой. Да не надо меня просить как человек. Тебе объясняю. Ты видишь, что такой дерзкий парень. Ты что дерзкий? Ну, дерзкий. Даже если тебя водитель обозвал, что ты хочешь? Вадик, я обзываю так постоянно. Почему? Потому что сделал основание остановки какие-то. Первый момент. Проверка документов. Это второй момент. И третий момент, где доказательства его нарушения. Не трогает, не трогает. Ты такие вещи рассказываешь. Давай теперь еще проверить. А что вы так затонировали автомобиль? Я разговариваю по телефону, то бишь человек, особо обращается к полицейскому, полицейский сидит, общается с телефоном, он забивает на все. Можно ваше посвечение? Можете выйти, когда вы со мной общаетесь, выйти с автомобиля? А?
Ну, есть вообще... Я вам нужен или что? Коваленко Олександр Миколаевич, полицейский. Ну, я медленно просто читаю. Полицейский сектор реагирования патрульной полиции. Жетончик есть? Все. А скажите, пожалуйста, а что вы все в МТАКе ходите? 823-м приказом это не предусмотрено. А? Мне нравится. Нет, там в законе прописано про однострой. Вы не поняли. Она должна соответствовать 823-му приказу, а также 718-му приказу. Чем она отличается? Ну, вы если откроете, вы посмотрите, как она, чем она отличается. Строчкой. Но она всем отличается. Ну, не знаю. Приусы нормальные вам выдали. Вот это нормальные приусы. Да? Нормальные приусы? Вообще огонь. Друзья, вот в очередной раз пример того, что чугуевские полицейские просто стоят на нюх-нюхе и выявляют тех негодяев, которые ездят бухие. Я именно приехал в это логово, как знал, что они здесь находятся. Как-то так. Короче, если вам ролик понравился, ставим лайки, подписываемся на канал, ну и естественно делимся данным видео и рекомендуем. А если вам еще нужна помощь, то вы знаете, куда обращаться. В группу Telegram Надзор Харьков. Ссылочка в описании. Все, друзьяки, я погнал дальше.